Поэтому мы должны задумываться, что мы несем, и ответственность. Очень ответственно должно быть. Если мы сторонимся, если мы садимся перед публикой, мы должны быть очень ответственны. Вот. Хорошо, что это сотрудничество. Я рада, что это именно сотрудничество. Дальше. Надежда, спасибо большое за таким образом отмеченный праздник Женевосец. Спасибо за попытку сублимировать то, что, наверное, в душе у каждой женщины, которая ждет какого-то принца, и верит, что он куда-нибудь придет, обязательно такой идеальный и хороший. Да, действительно, может быть, такого не существует, не знаю, но ваше стремление, оно хорошо, особенно вот в том стихотворении, которое он же сказал, что вот у вас после поста родилось, оно какое-то к свету идет, ближе к свету, ближе к свету, ближе к поиску к себе. Тоже преодолела много таких вот переживаний. Вот. А спасибо Константину, он очень такой ясный человек, и хоть у него плохо, на самом деле, со слухом и со структурой, но посылы очень важные, нужно учиться. Если он хочет что-то нести, нужно учиться работать. Ну, я про человека с радостной группой, да, просто день радости. Не говорю, потому что музыка хорошая, подарок прекрасный, все, спасибо вам. Ну, профессионалы несут нам интернет-очищение. И хочу еще добавить, хотя бы, если возможно, Василий, чтобы взял в турническую поездку Юрий. Спасибо. Меня зовут Таня. Я как у тебя там Кубо, да, называется? Это она Кубо. Профессия Кубо, да, точно. Почти профессиональный путешественник, в Москве проездом, соответственно. Вот, и, в общем, может быть, по этой причине я просто подумаю еще спасибо вообще, что я подал на себя вот свой попало. Вообще, у меня жизненный опыт уже привел к такому единственному, в общем-то, критерию оценки искусства. Оно делается либо от избытка, либо от недостатка. Если оно делается от избытка, то это однозначно правильно. И мне вот все равно, как это выглядит, там страшно, не страшно, все так рисуют, каждый вид.